Jericho. февраля 2018 года. Про слепой дождь я слышал, но вот слепой снег — это нечто новенькое. Какой-то волшебный порошок. Я, конечно, имею в виду волшебный порошок из Питера Пэна или из Мотобора, Калифа Аиста, а не из аргентинского посольства РФ. Потрясающе красиво. Минус 15 градусов. Сожгли на масленице чучело Марены, попрощавшись с зимой, а зима на огонек заглянула. Красиво.